Берем. Факелы, разумеется. Кстати, здесь нет никаких заклинаний. А, вот это может быть тайная магия? Это тайная магия. Ну ладно, нет, мы берем вот эту штуку. Здравствуй, Никит. Да. Здесь мы берем Вардена, и здесь мы берем Мордеша. А здесь мы полный набор собираем. Исчезновение мы можем взять. А. Яд. Да, да. Это же тоже да. Нет, это нет. Подготовка. Я. Рыбалка. Тайный ход. Есть, берут еще теперь мое, но я не понимаю, зачем это брать. Типа для удешевления Мордеша, чтобы лучше им играть. Мне кажется, это так себе. Не, я не буду это брать. Не-не-не-не-не, я не буду это брать. Это ерунда какая-то. Так. Вот это я точно беру. То есть вообще без добора получается. Не, подожди, даблкросс это добор. Я согласен, что это нужный добор. Да. И другой еще секрет. Скользание. Тьму я понять могу. Природа. Природа, природа, да? Что там еще взято? А, Финли, это я согласен. Финли, окей. Плюс там... Я, наверное, возьму... Если добор я Шулерс-то возьму. Ну, такая интересная колода получается. Ну, давай, хорошо. Я ее чуть-чуть переделал. Рено! Окей. Рено! Я с удовольствием все оставлю. Конечно же, все возьму. Хорошо. Хорошо. Давай факел мне. А, ты добор берешь. Мне бы какую-нибудь подготовку. Или, может быть, рыбалку хотя бы. Что-то мне так... простите, а что, не без обилки? А, хорошо. Так, выглядит, кстати, как полный отстой. Ладно, я могу сначала ударить. Ехали двойную игру. Да. Окей, окей. Давай я сделаю сейчас. Сейчас я сделаю. Нужно дагер заменить. Нужно что-нибудь как-нибудь. Или, да? Раз. А можно, я думаю, даже так сделать. Картишек маловато. О, я же не могу сейчас проатаковать. Ну ладно, хорошо. Хорошо, давай так. Давай так, 12-12. Значит, один ход, мой ход будет ускользание. Следующий, скорее всего. Мне бы еще факелом, конечно, лупануть по нему. Вот, потом я могу пластине сделать. А там, может, уже и Варден мне подтянется. Ну окей, давай. Раз.
Два. Факел, поехали. Ну давай. Я по единице то все равно здесь буду носить. Получается, да? И спрятались. Хорошо, хорошо, хорошо. Переиграл и уничтожил. А деяние уменьшения выглядит норм. Открытые двери я ничего не раскапываю. Ничего не раскапываю. Ну да, хорошо, у меня выбор между рюкзачками и одеянием уменьшения. Но одеяние уменьшения, очевидно, будет лучше. Очевидно, лучше. Да, давай. Эти маги что-то мне не сильно нравится. Просто существа. Ну, это неплохое существо. Ну, типа, ну да, это просто неплохие карты. И, в общем-то, ладно, я могу их оставить. Все очень плохо. Плюс, теоретически, я могу вообще всю колоду уничтожить. Хоть, возможно, исчезновение оставить. Давайте так. Доспех. Хорошо. Доспех так доспех. Не могу не бросить. Хорошо, давай так я сделаю. Это героическое. Так себе, конечно, получилось, но там просто особо нечего было другое брать. Решил, что ладно, я возьму так. Хорошо. Я, пожалуй, заменю. Мне, конечно, нравится исчезновение, но ладно. С тобой. Пакел. Ладно. Давайте пока скроемся. Ладно. Преступник был неопрятным. Существа мало беспокоит меня. Правильно? Правильно. Вот это вот беспокоит. Раз. Серию приемов делаем. Удар. Да, это больно, это писец как больно, ну ладно. Хорошо. Можешь забрать.
Да отвали! Сразу еще урон. Короче, мне сейчас нужно что? Мне сейчас нужно... типа ускользание. А мне ускользание уже не поможет, да, нифига? Ну давай. А потом я возьму и Варден достану. Такой у меня план. Ну или он меня сразу убьет. Ну да, жестко, что сразу же вот эта штука вышла и... Тяжеловато, тяжеловато против Дректар. Дректар, конечно, прям самый-самый, что у него на есть классный герой. Его обилка, конечно, третья, это сломанная обилка для дуэлей. Эфес. Опять же, я не могу взять вот эту ерунду. Сравнить с Эфесом. Ну нет, это не хочу. Блин, это тоже так себе, конечно. Ладно, я заклинание хотел. С другой стороны. Ладно, я оружие могу достать. Опять же, эти пиратики могут быть уничтожены. Рено! И... Рено! Нас ждет богатство и спасение мира. Одно из двух уже будет неплохо. Готовка не фитка шулерства. Так, ну и чё, я раз-два могу сделать. Ну, я типа что-то смогу даже сделать, наверное. Так, вон, абортаж могу сделать. Пай. Тоже неплохо. Такое. Не ты выбираешь, пап. Я сразу смогу его забафать. Пусть отбивается. Ну, нормально, да. Меч? Рыба меч. Ладно. Ладно, спал дэмэдж. Спал дэмэдж, окей. Вот это да. Ехали. Тупо игнорирует эту карту. Эта карта тупо игнорируется. Плащ. Ну да, наверное, мне стоит взять, все же сделать эту штуку, сделать, взять, сделать. Безумие. Но работает. Трофинли. Ну, Финли, может быть, я там, когда мне Варден на восьмой ход понадобится, я его и сделаю.
Больно. Это определенно больно. Давай. Все, я труп. Или он проверял? Проверял, наверное. Все, труп. Бэ! Ладно. Да, кстати, в любом случае бы меня убил, потому что сюда бы даже если бы два залетело. Ну, карта отстоя, вот эти вот. Ну, хотя ладно, хрен с ним. Больше пугон. Не знаю. Да, не знаю. Огромное усиление. Блин, ну что это за отстой? Ну, камон. Это роговская карта. Ну, вот две карты есть, которые вообще никак не становятся лучше. Офигеть. Ну, вон здесь есть хрип. Но тоже не вообще нехорошо. Ну давай, не знаю, перстень пчел возьму, что ли. Ну это прям вообще супер отстой, конечно. Все, что мне предлагают здесь, это такой отстой. Ну, хорошо. Таган мне нафиг не надо. Мне только руинить будет. Плохая у него способность. Теперь ты не уйдешь. Нас все. Что ж так сюда? Ладно. Оружие у тебя будет. Ну, это так. Это так. Почему не разговариваю? Я просто не отвечаю на твои желания добавиться в друзья. Это потеряна для тебя возможность. Так, окей. Интересно он делает. Сначала было 2-2 оружия. Ну да, планер это, конечно, супер круто. Планер это прям уже как надо. Давайте я сразу сделаю так, пожалуй. Инлем. Что, давай я Финли сделаю. Что я так могу сделать? Здравствуй, Алексей. Палка за нолик. Это же будет за нолик? Или это не будет за нолик? Не будет за нолик. Ну ладно. Пластиней. Пускай у меня будет пластиней. Такое мы пока что сделаем. Жестко. Не против. Хорошо.
5. Ну не, это не сильно меня беспокоит. Дарится нормально. Для чего? Подготовка там. Подготовка, подготовка. Не ты выбираешь. Ну-ка. Смотришь не с той стороны. Ну, допустим. Факел должен быть. Прям вот-вот, прям должен быть. Мордеш что-то не очень получается разыграть там. Ну, как бы неплохо, но как бы в то же время все равно здоровья нет. Большой-большой великан. Что же я буду с ним делать? С большим-большим великаном. Ответ – ничего. Просто убью противника. Ну, ладно, герой. Герой сейчас 3. Может, побед 3 сделаю, да. Но, конечно, супер не заход. Древнее отражение. Клинок Фариуса. Клинок Фариуса – штука интересная. О, клинок Фариуса, кстати, очень классный. Учитывая, что у меня яд есть. Вот эта штука... Да не, давай клинок Фариуса мы возьмем. О, это очень здорово. Ну. Поехали. Уже как-то Яренко не то чтобы. Да, ну на самом деле ладно. За счет четверки я, конечно, могу довольно-таки неплохо пострелять. Если противника особенно много будет доставать. Ну, пас. Так себе, честно говоря. Хорошо, давай сделаю так. Да и хрен с тобой, давай я так сделаю. Что там еще будут? Ну давай так. Меч, рыба, меч. Ой, это единственный, наверное, персонаж, который... Моя колода, это единственная колода, которая, наверное, сможет побить этот паладин. Что-то мне так подсказывает. Ну, давай, единственный мой шанс, что я сейчас реально зафигачу. Ну-ка сюда, пожалуйста. Класс. Ну, ладно. Получилось неплохо. Хотя, к сожалению, все равно не все зачистил. Давай, так я сделаю. Не знаю, что мне это даст. А, ну мне, кстати, второго мордеша это можешь дать.
Это неплохо. И чё, и как выиграть здесь? Ваниши могут тоже хорошо заходить. Ну давай. Да я боюсь, что я не успею факелом столько настрелять. Просто не успею. Ну да, мордеш, но мне нужен ваниш. Мне нужен ваниш, иначе ГГ. Ну это ладно, хорошо, это тоже работает. В целом. В целом тоже работает. Давай, раз, два. В лицо удар. Давай так. Ваниш, либо... Ну, только ваниш. Не, ну как бы магистр бы еще на самом деле сработал, но магистр-то точно в конце колоды. А, ну хотя, я могу Финли достать. Так, хорошо, го Финли. Го Финли. Финли, 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 Финли. Финли, либо этот. Исчезновение, хорошо. Походу, я победил. На Рашвой не хватает двух лек, Ракар и ЕТЦ. Могу сделать только одну. Какую посоветуешь? Рашвойна. Под натиски, да? Ну, вообще, и то, и другое, на самом деле, нужно. И то, и другое тебе, ну, как бы, очень тяжело без них побеждать. Ну, наверное, я бы сказал бы лучше... Ракара, наверное, лучше. Но без ЕТЦ тоже. Ну да, если у тебя есть Динатри, то, в принципе, окей. Можно как-нибудь обойтись без... Теоретически обойтись можно. Блин, насколько унылый этот паладин? Зачем? Зачем им играть? Он же супер унылый. Ракар тоже дают. Что, блин? Не, я смутную тень лучше предпочту. Иступление неплохая карта. Так, ваша сила героя нормальная? Это не... Это тоже не хочу. Давай, дорогие заклинания. Бомж Александр. Тяжко. Тяжко, тяжко. А, но здесь уже у нас, конечно... Не такой шикарный старт. О, ладно, у нас шикарный старт. Дикий огонь всегда отлично. Загрузка. Поехали. Бах. Да, табилки и нет урона. У меня от этих вещей. Обожаю холод. Эгегей. А, я никого не убил, да? Бывает. Бывает, никого не убьешь. Охренеть не встать. Просто охренеть не встать. Кстати, он супер зря это делает. Типа, да, он мне много дэмэджа наносит, но он лучше бы, ну, типа, оставил бы это заклинание. Железно лучше бы оставил. Окей.
На шестой ход. Нас окей. Адмирал Кривоклык. В ней немножечко есть проблемы, конечно. Ну ладно. У меня от этих пещер мороз по коже. Обожаю холод. Договорились. За тобой не следи. Так, ну хорошо, я опять же здесь делаю. Я стреляю. Стрелять хорошо, прекрасно и чудесно. Да ладно, фиг с тобой, давай так. Иногда я в афиге, конечно, с этой способности, честное слово. Ну ладно, может быть, мне вообще заморозить стоило всех. Ну, честное слово, я в афиге иногда. Просто в афиге. Как оно так бывает? Брони. Ну давай, два мордеша. Преступник был неопрям. Ну да, давай, чтобы не нафакапить. Тут, ну, знаете, может быть что-нибудь какое-то непонятное, поэтому давайте-ка я так сделаю. 12 плюс 10 у меня. Если что. Нет, ты, друг мой, сейчас получаешь люлей. Знатно так. Знатненько получаешь люлей. Жук. Хорошо, дикий огонь каждый ход мне приходится, и каждую игру. Каждый бой и в начале игры, и тогда я побеждаю. Смертоносный удар, ну такое. Да нафиг мне не надо. Ну давай ловкие пальцы возьму. Не знаю. Все прям плохо. Ладно. Кстати, теоретически могу ставить. Так, мне нужен даггер. Найду даггер, найду оружие, будет все окей. Даже единицу. Хорошо, давай пока что так сделаем.
Давай я сделаю так. Хорошо. Пошли. Играть карты. Ну да, способность тоже, конечно, неплохо. Ну почему? Почему ты такая кривая? Как так может быть? Что это за отстой? Ладно. Давай пока что так. Ну, это не волнует меня на самом деле сильно. Волнует, что у него маны дофига, это волнует. Куда больше волнует. Здравствуй, Вакул. Ну, ладно, хорошо. Да, будет плохо, если Мордиша заберет, но окей. В принципе, если не Мордиш, то... Да, с Мордиш. Я играл природу. В общем-то, это все, что я играл. Получается, да, получается, это все, что я играл. Ладно. Ну окей, давай я одну карту возьму. Чем будет существ, тем лучше отсыграет. Кстати, можно даже съесть. А может быть и сейчас уже пора. А? Да, хорошо, давай. Давай. Ну ладно, это тоже неплохо. Будем считать, что это тоже неплохо. Неуязвимости, к сожалению, нету, но здесь хотя бы добор. Окей. Да, здесь я должен уже... Должен я уже... Окей, я, наверное, должен сделать сейчас так. Это немножечко странный ход, но мне кажется, мне сейчас нужно реально как-нибудь что-нибудь закрыться, что ли. Давай. Игра Сулерство, ну так. Война, маскировка хрень. Война игра хрень. Котик хрень. Ну-ка.
Факел. Факел Финли. Минус 4. Давай так. Ну давай. Если мне продолжишь всех морозить? Я хотел, конечно, плащ теней какой-нибудь. Для начала. Что-то, к сожалению, не очень получается. Да, и мне придет, и мне клинок Вариуса. Снова сразу же в лицо, да? Что-то мне мордеша? Нет. Не мордеша. Ну ладно, давай сделаем. Раз и два. Заколебешь со своими морозами. Сейчас слово. Кстати, окей, я могу его даже теоретически съесть. Или не стоит мне есть. Блин, не плачь, баниш не вышел. Вот это самое хреновое. Ну давай я так сделаю. И наиграл. Ладно, плащ тени есть. Окей. Идем чилим. Так, ну что, я ищу десятку, наверное, да? Ищу десятку. Я ищу десятку сейчас. Я могу сейчас карту овердровнуть. Да. Ну, кстати, очень много карт, которые действительно я бы хотел бы... А, прикольно. Вот это да. Так, мне нужно понять, как я его должен убрать. Как я его должен убрать? Как же я его должен убрать? Еще 6 пиратов. Значит, как-то я должен его убрать. Ну, самое простое. Блин, у меня все карты, которые дают мне другие карты. Насколько это хреново, вы только оцените. Хорошо, давай я сделаю раз. Сделаю два. Хорошо.
свое, пожалуйста. И он типа всегда во вражеских стреляет. Как понять? Че ты всю ману сделаешь? Ладно, это не вся мана. Не вся мана, это очень здорово. 2-2, да? Окей. У меня закончились карты. Такое. Восьмерка. А, Близзард. Ладно. Хорошо. Нехорошо. Что покил? Ну, жалко, конечно, дагер, но черт с ним. И так это катастрофично. Наверное, все же. Как бы мне тебя разогнать, что ли? Кстати, ничего, существо. У меня закончились карты. Оу! Жестко. Блин, а это супер жестко. Это супер жестко. Так. Поехали. Там, конечно, так себе. Ну, я бы на его месте бился сейчас морозными персонажами, чтобы... Хрен его знает, что он здесь, почему он не ударился. Поехали. Так, компаньон, жутко висит, но жутко висит с ней не хочу. Ну, компаньону можно, компаньону, давай. Сколько у нас там уже побед? У нас уже 5 побед, да? То есть это 7-7 получается. Хорошо, 7-7 меня устраивает за 4. Ух, сила героя, да, меня, кстати, тоже устраивает. Поехали. Исчезновение, исчезновение. Ну, исчезновение. Знаю. Не, ну типа, ну ладно. Может быть, исчезновение мне стоит оставить.
Может быть. Окей. Окей, окей, окей. Что, даже не монетка? Нет, не монетка. Серьезно? Ну, все же монетка. Так, хорошо. Но брони у меня нету. При этом. Ну, кстати, тоже вариант. Ну ладно, давай я сначала так сделаю. Кстати, могло быть оружие и другое. Уж такой моментик интересный. Но, кстати, ладно, хорошо. Я в любом случае, у меня есть исчезновение, я этому рад. Так. Давайте убрать. Дыщ, дыщ, а сюда. Класс. Ну-ка, а сюда. Класс. Неплох. Ну, я считаю, неплохо получилось. Так, ладно. Ребят, давайте это... Поменьше всего такого. А то я смотрю, там уже разошлись. Дар. Поехали. Нормально мы идем. Здравствуй, Владимир. Если стабильно дают ауру на огонь, то можно попробовать собрать руну на огне, ловить огненный апгрейд скилла несколько раз. Как тебе идея? Этот апгрейд на огонь дается не в аурах на огонь, а в совершенно в другом. Ты, давай-ка я так, наверное, сделаю. Четыре карты максимум, да, будет. Хорошо. Фест нормально. Да, что-то я его прям вообще жестко-жестко порвал, честно говоря. Как-то наплевать. Так. Не, ну да, конечно, данный Рено с этой обилкой, ты хрен его остановишь, если все вот вкачать силу героя, слишком мощная. Здесь, пожалуйста, хватит, ничего не надо. Нас ждет
ждет богатство и спасение мира. Ладно. Павси герой это есть. Хорошо. Так, давай. Абортаж. Так, абортаж, абортаж. Ну, да, пиратиков мне даст, оружие мне даст. Что с оружием пока не очень понятно. Вот это больно. Больно, но что делать? Давай, сейчас мы раз-два сделаем. Ну или не сделаем. О, даже дополнительную мини-карту, да, хочешь дать? Два раза попасть, это, конечно, так себе. Шанс. Да ладно, давай я просто так сделаю. Кота достану, чтобы он хотя бы что-то за стол как-то мог. Ладно, бери карту, мне не жалко. Еще вот у нас Мурлок есть, кстати, очень классный. Кстати, очень классный. О, это зря делаешь. Это супер зря делает. О, я даже так могу сделать. Можно им сдаваться. Вот так получается, что паладины с божественными щитами, финли с мурлоками, это всегда какой-то корм. Это прям вот, вот халявный проход дальше. И так оно раз за разом. Ну, кстати, неплохо. Но у меня уже оружие раскачано. И это его не может радовать. Ладно. Хорошо. Надо было его достать. Но, честно говоря, опять же, я не думаю, что он сможет что-то сделать. Поэтому мне пофигу. Ладно. Окей. Но это больше 10%, значит, по меркам Хардстоуна это слишком много. Логично. Не, ну окей, я могу дальше как бы раскачивать оружие и в какой-то момент просто убить его. Мне как бы не то, чтобы слишком уж прям плохо. Рыла.
Поехали. В следующий год у меня летал. Возможно, это мой чат. Нет, не чат следит за стримером, а стример следит за чатом. Тоже очень может быть. Не, ну как бы все равно, тут такая ситуация, что ему нужна провокация, или как-то полетиться, или что-то уничтожить оружие, и по-другому же никак не сделает. Ага, закончили нашу партию, значит. Некротический яд, мутагенный укол. Не, я возьму иступление. Это может быть очень полезно. Нет. Нет, точно ничего не хочу. Ладно. Ней. Да. Вниз. Воина с Воргеном на побегах в лицо. Пробовал неплохой, но не прямо чтобы очень такой. Плюс-минус персонаж. Дикий огонь, стоп-дек. Пожалуйста. Дикий огонь, стоп-дек. Так, вот это, конечно, жесткая штука, но в целом, ладно, я наношу там тонны урона. Поэтому как-нибудь-то все же перебью. Надеюсь. Ладно. Скрипят еще старые. Тайный ход, что ли, лупануть прям сразу? Давайте. О! Кайф. Уже по три бьет. Чисто гипотетически у меня колода может быть прямо контроль натиск воина. Кстати, уже готово. Здравствуй, Юлия! Ну давай. Ну пока немножечко так себе, конечно, у меня все получается. Немножечко так себе.
Ты мне оружие какое-то хочешь показать? Такое терпимое. Пока стерпимое. Неофитка. И мне вообще доставать-то ее? Мне кажется, нет. А мне кажется, я не хочу. Кажется, я нашел что-то ценное. Че, будешь доставать камни? Доставай. Не стесняйся, доставай. Так, никого не хочет доставать. А, хочет достать. Ну, ладно. Либо я могу пострелять сейчас нормально так. Да не, давай я съем. Бран такое. Бран мало интересно. Да, ну блин, ну наверное от буст. Его знает. Черт его знает. Мне нужно оружие. Четыре будет фигать. Блин, по четыре тоже на самом деле не так-то много. Ладно, хорошо, я сделаю раз. Наконец-то. Два. Отлично. Отлично. Будет так пока что. Ну, чтобы зарядить, что в какой-то момент, если что, пускай Варден у меня выйдет, и тоже будет нормально. Варден же тоже нормально раскачивать. Тоже персонаж под раскачку. Хотя, возможно, Варда мне не нужен особо. Наконец-то мне дали второй шанс. Да поехали, я так сделаю. А? И потом мордеш плюс способности, мордеш плюс способность. Я по идее выиграю.
Ладно. Ну такое, ну такое. Четырнадцать, он... Так, у него уже 4. Блин, ну вообще-то у меня... Вообще-то, конечно, нифига не хватает. Вообще-то, конечно, слишком много, да? Много-много брони он получает по итогу. Ладно. Выстрел мордеш. Это не волнует. Это не волнует. Это тоже не волнует. Я победил. Да, но не волнует. Броня от сверх не считается. Красиво. Красиво. Так. Неплохо, кстати, но ладно, не буду это брать. Меня устраивает, что у меня в колоде. Четверку я хочу оставить. Двойную игру теоретически тоже можно оставить. Нет, тоже можно оставить. Поехали. Сейчас мы и так чуть-чуть поделаем. Единицу бы, конечно, вообще великолепно было бы найти, но не найдем. Ладно, и черт с ним. А? Его первая ор вообще ничего не делает мне. Так, держу в курсе. Монетку оставляем, это пока не опасно для меня. Да-да, пасуй. Все уже сделал. Или ты хочешь мне дополнительный кристалл маны дать? Я буду очень рад. Тут два варианта. Либо он всякой мелочи достает, и я начинаю стрелять, либо он... Вон. Ничего не делает, и я достаю двойную игру. Поехали. Если что, падший герой, монетка. Способность. Что? Хорошо, сюда, пожалуйста, еще кайф. Ну, ладно. Ладно, сойдет. Опасно, конечно, эти ракары. Что делать? Что делать? Что делать? Хорошо. Вы уверены, что у нас
Пока что так. Но дальше, чем дальше, тем сложнее ему будет вообще хоть что-то сделать этому 10-10. Вот. Поэтому пока что его сейчас достанем. Отдавать. Тоже не хочется. Ну давай я пока что, наверное, так сделаю. Да, главное, чтобы лицо мне не било. Ладно. Блин, можно было бы в один ход сделать. Ладно, я что-то решил, что мне почему-то еще и обилку нужно прижимать. Но мне же не нужно прижимать обилку. С ними просто нужно было одновременно их достать. Клинок, окей. Лицо там не слышишь. Так, в лицо это немного неприятно, конечно. Вот он и собирается. Еще блестяшки. Воды. Так, если что. Ну да, мне чуть-чуть мелочь какую-нибудь сейчас покушать. Если я покушаю какую-нибудь мелочь, то у меня будет все нормально. Сделать, кстати, его даже не обязательно делать. Вот эту штуку мне нужно сделать, вот эти штуки мне нужно сделать, а потом уже можно менять, если что, руку даже. Вот. Кажется, я нашел что-то ценное. Так. О, класс, одного оставлять мне. Ну, как бы больно, конечно, но окей. Я зато сейчас раскачиваю штуку. Фикс. Так, хорошо. Окей. Ну, сойдет. Пять урона. Будет 6 урона. Ну да, я сейчас вообще могу раскачать очень неплохо. Потом как-нибудь что-нибудь и... Тут яд плюс это оружие, это, конечно, дофигища. Да, пожалуйста. Если что, в плащ-палатку иду. Блин, вот это нехорошо. Это супер больно. Да, ну в плащ-палатку уходить. По всей видимости. А может быть не стоя, а может быть на следующий ход нужно уходить в плащ-палатку. Что делать? Могу, в принципе, его достать. Ладно, хорошо, давай я так сделаю. Я могу на следующий ход его залетать.
Это, конечно, я сейчас опасную штуку проворачиваю. Ну, если у меня будет ЕТЦ... Нет, это не ТЦ. Пофигу. Пофигу. Давай мне Мордеша. Мордеша. Плащ-палатку. Даже не пришлось залезать. Бах-бах. А, если в руке есть насыщение, карта Финли рук поменяет, потом снова придет буч такая из насыщенной? Да. Насыщение, оно как и порча, оно типа существо превращается и уже все. Ничего другого не бывает. А, ну, наверное, но астральный портал так... Давай, Крава, цапчика, нафиг астральный портал. Портал что-то так все работает. Сила героя 100%. Не, без вариантов. Ну да, ладно, хорошо, я готов его оставить. Я хочу дикий огонь, я хочу всевозможные штуки. Это нормальная, кстати, штука. Ракетные ранцы. Ракетные ранцы, ну такое. Хорошо, давай. Начнем мы так. Третий бран. Очень ладно. Yes. Ну давай. Блин, ну да, болезненно. Но ничего, на следующий ход я надеюсь павшим героям все это дело зачищу. Блин, главное не Ракару. Если он достанет сейчас Ракару, я проиграю. Скорее всего. Пожалуйста, не Ракару. Только не Ракару. Да, а почему ты стратежка извиняешься? Блин, больно. Больно все делать. Ну ладно, поехали. Бляха, муха. Да, так себе. Как модератор, это вообще должна максимально пресекать, и тем более этого не делать. Так. Блин, ну, кстати, я могу опять же пострелять сейчас. Ну, может, и реально постреляем. Может быть, мне даже стоит тайный ход сначала сделать. Потому что с вот этим вот стрелять так себе. А вот со следующим набором... Может быть, и ничего так. Может быть, мне что-нибудь придет интересное и классное. Во, например. О! Так, хорошо, давай тебя лучше.
Чат, как считаете, стоит ее простить? Как вы думаете, допустимо ли модератору столь серьезно пренебрегать правилами? Ну, кстати, здесь очень неплохо у нас получается. Поехали. Так, десяточку мы уже можем поражать. Что приятно. Ты там нормально? Ничего не это? Не перепутал? Это забавно, но ему все равно этого или хватает? Не, ему хватает, чтобы полностью зачистить. Но больше не ударится он ничем. Да? Раз. Ну, типа 2-5 он может оставить. Может оставить 2-5. Или у тебя еще что-то есть? Это, конечно, супер нехорошо. Нет, лицо не забить. Даже так. Давай. Делаю раз, два. Для тебя. Можно потихонечку биться. Так, хорошо. Вот бы что-нибудь ценное. Что-нибудь ценное. Ну, если мне окажется сердинатри прямо сейчас, ну, ладно, победил. Что поделать? Реально был единственный динатрий. Ну ладно, хорошо, мы до 9 побед дошли. В общем-то, с аурой второй, которая вообще не работает, а первая, ну типа, обычная проходная. В целом, я считаю, достаточно успешный у нас заход. И хорошо, что мы ушли от дурацких метовых колод. Все же хоть что-то поинтересней. Конечно, награды здесь... Куда не годится.